Продолжаем играть в Айзека. Майнкрафт будет, когда будет. Может быть, на следующей неделе, может быть, через пару недель. Я постараюсь сегодня в Fallout вообще поиграть. Хотя, ну, не на стриме, естественно, но постараюсь. Да, за Еву осталось только мега-сатану забить. Вот этот левый нижний угол — это мега-сатана. Теперь за него тоже есть ачивка. Поехали, Самсон следующий. Не знаю, может быть, это будет последний забег на сегодня. Может быть, нет. Че тут у нас? У-ху! Бримбро! Бримбро! Бро! Бра! Не казалось бы, при чем тут лифчик? Да и мать. Flatworm. Интересно, у него есть этот эффект, как у Hookworm? Мне все еще интересно, Hookworm, блин, багнутый или нет? То, что он дает с эпикаком кучу всяких ништяков халявных. Если что, надамажился я там специально. Чтоб атаки было немножко побольше. Практически полностью сам себя выпилил. Да, блин, уходи. Range up! Так, а чё я пропустил-то это? Не понял. Нельзя, нельзя! Так, там где-то были ништяки. Вот они. Так, магазин, пожалуй. Сейчас вернемся. Я хочу зайти в магазин в Кликубовичу, потом взять сердца синие. И остаться при своем. И кони при этом не двинуть. Прекрасно. Синее сердце лишним не бывает. Как жалко, что этого дамага у меня не будет на следующем уровне. Хорошо, что у меня есть все-таки кому дамажить. Да, я вижу синий камень перед боссом, но он находится более чем в двух блоках, так что я его не достану. Ну, как имею шансы все не достать его, так что я лучше не буду бомбу тратить. Тем более, что синие сердца у меня есть. А, ты ж хренов дед. Интересно, а если поднять Last Blood и вот с Самсоном, эффекты складываются или нет? Вообще на дамаг грех жаловаться, у меня есть бумбро. Че, бримбро, фу, блин. Бум — это который бомж, да. Абсолютно не багнутый инфосоттер. Не, ну хрен знает, может, они решили дать ему какую-то фичу. Я, конечно, понимаю, что это выглядит как баг, но не всегда то, что выглядит как баг, является багом. Но я думаю, что это баг. Ну, то есть, я скорее поверю в то, что это баг. Потому что ребята сделали хоть и прикольное DLC, но жутко кривое. Нет. Я знаю, что это. Нет. И еще раз нет. И почему бы и да.
хотя бы бомбы вернуть. Плюс poison bombs. Неплохо. Ай, ё-моё. Я бы очень хотел, чтобы шипы отодвинули на один блок во всех комнатах. Я все равно буду втыкаться, но хотя бы буду меньше страдать от этого. Вообще все будут меньше от этого страдать. Все я. О, это уже лучше. Флэт пенни намного лучше. Кстати, а Бринбро в сокровищнице стоит нормально или нет? То я уже даже не помню. Или они что-то нахрена вертели опять? Какая незадача. Не, спасибо. Хотя, нафига мне лапка? С другой стороны. Честь не буду делать. Так. Сундук на табличке вот здесь находится по центру, ребят. Если вам интересно. Даркрум немножко правее. Блин, да что за проблема? Почему он опять не попадает? Почему он опять не попадает по этим хреновым кострам вообще по всему? Так, надо немножко разрушить здесь все. Почему он не попадает? Почему он тотально не попадает по кострам? А что если от этого зависит моя жизнь, например? Макмиллан! Да, или сделать долбанную задержку после входа. Ну, хоть что-нибудь надо сделать, а то... Я понимаю, что надо играть сосредоточенно, но, блин, иногда ты просто влетаешь на эти шипы. Просто потому, что там не успеваешь отпустить стик. Да и в конце концов, в первой части эта задержка была, и как-то нормально все было. Еще они от нее отказались. Или они про нее забыли, я не знаю. Но в любом случае так быть не должно. Кстати, вот этим ключам, вот этому тринкету я бы понерфил немножко шанс. Процентов до 15, наверное, что выпадет ключ. Тоже неправильно. Кто-то писал в чат, что 50 на 50. Чувак, у меня бомба есть. Но он не соображает, да? Ну ладно, его проблемы. Нет? Так, здесь у нас... Да, здесь я тоже был. Все, валим отсюда. Привет, Майл. Добро пожаловать. Всем привет, ребят, кто подсоединяется к этому офигенному сегодня сну. Сегодня особо потных каток нет. Хотя, черт его знает, может и будут. Но сегодня просто как-то инфернально все. Такие комбо лютые попадаются. Так, залез со слил, наткнулся на блок с шипами. Да. А проблемы, они вскрываются в самых экстренных ситуациях. Там был микропрыщ, если что. Микрококон. Маленькая версия, плюс самая мелкая его фаза. Если Самсона не пройден раш, поднажми. А, как будет возможность, так поднажму. Какие спамеры? Где спамеры?
Спам делет, вот в чем проблема? Ау, 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 да ладно, ну хватит, ублюдки. Вообще дайте мне дамага поболее. Блин, она еще и по говну не попадает. Да, я еще и по говну не попадаю с помощью Примбара. Прекрасно. Они его... В релизе он был абсолютно сломан. Потом они его починили. Опять же, не с первого патча далеко. А потом они его снова сломали. Так, мне пригодится карта, пожалуй. Так, сокровищница, наверное, там. Тайма уже чуваку не выдан, выдан. Тут у нас босс. Это было криво. У него такое тупое лицо. А где это Explosive Diarrhea? Нет, не будет? Ну ладно, окей-доки. Какой был Азазель до нерфа? О, в наше-то время Азазель был мощный, да. Летающий персонаж с Бримстоуном, каким он мог быть, по-твоему? Он карал, блин, все, что движется. Он был неинтересным совершенно. Ну, впрочем, сейчас тоже, но уже по другим причинам. Ай, ё-моё. Это жесть. Надо так упираться в мобов постоянно. Я Самсон огребающий. Ох ты ж, ёшкин крот. Многовато удачи. Вам так не кажется? Как я скучаю по времени, когда можно было здесь поставить на паузу в Wrath of the Lamb до того, как моба заспавнится. Точнее, во время первой волны, если быть точным. И они спавнились сразу все. И можно было выкосить всех картой Death, например. И мы не переделали, его просто сломали. У него задержка стала больше перед выстрелом. И дамаг ему порезали просто до смешного. Он даже с одного полного заряда, по-моему, едва ли муху сносит. Он ужасен. Рендер 25-минутного видео идет 5 часов. Ну, если ты еще стрим попутно смотришь, то неудивительно. У меня, собственно, тоже рендер идет по 3-4 часа, особенно ночью, когда я что-нибудь сижу, смотрю. Так. Сколько я хп потерял и сколько у меня до сих пор его осталось. Просто поразительно, блин. Насчет потных каток, кстати, возможно, я погорячился.
Возможно, вот это будет плотное. Есть смысл в него самому стрелять? По-моему, я ему дамага особо вообще не наношу. Никакого. С таким комбо на босс-раш это суицид. Можно, конечно. Но на старый я бы, может, пошел, но новый нет. Так, это я брать не буду. Я знаю, что этот кусочек делает. По-моему, это кусочек Лего. Короче, фекалии взрываются после того, как ты их расстреливаешь. Нафиг надо. Леголас. Леголас. Так, что у нас тут? Ага. Люблю я эту комнату. Но она не очень любит меня. Что, ни одного грибочка? А чёрт. Так. Даже не рассчитывал найти здесь сокровищницу. О, отлично. Этого я и ждал. Так, здесь у нас что за пилюля? Телепилс. Телепилс. Он переигрывает. Бу! Бу! Актер переигрывает! Бу! Пошел вон отсюда! Бу! И еще один телепилс. Я, собственно, ее почему и использовал. Потому что вон она лежит. Такая же. Как-то... Иногда, когда находишь больше одной пилюли, хочется просто использовать. Вне зависимости от твоей политики на этот забег. Даже того, что иногда там все пилюли до этого были отрицательные. Что, все еще ни хрена? Лемон Патри. Оу, е. И на рай трипл шот, ребят. Вот это здорово. Стреляю я, правда, раз в пятилетку, но почему бы и нет. Понабрать тринкет на взрывное говно? Не в этот раз. Тирзап, шот спидап. Хорошо. То, что мне нужно буквально. Я могу ошибаться, конечно. Может быть, это не тот тринкет. Ой, ё! Нет, блин. Я вообще я не это хотел сделать. Я хотел сделать ровно обратное. Привет, апельсин. Шелдон нас не покарает. Он снимается в дерьмовом сериале. А-за-за. 1-1. Ну,
наверняка. Сериал стал дерьмовым. Ну да ладно. Не, на самом деле хороший сериал. Просто немного не туда пошел по своей тематике. Интересненько. Занятненько. И смотрите сюда. Черт. Ладно, у меня есть еще пара попыток. Первые 4 сезона. Да, первые 4 хорошие. Ну, когда они в отношения пошли, вот то уже несмотрибельно. Да, блинский еж. Богу юзер. Я упертый. Нет, не судьба. Ладно. У меня бомб не осталось, я попытался еще пару раз. Точно не пофиксили. Я в этом уверен. Потому что патчей не было. Я уверен, что патчей не было. Марк Винер. Я даже сейчас проверю Steam. Нет, не починили. У меня ничего не подгружало Isaac вообще. Так что не надейся, не было фиксов. Просто у меня не получилось прокнуть этот баг. Он никогда, он, ну, не всегда прокался с первого раза. Это факт. А, Рели Нига могло меня закинуть прямо через уголочек. За пределы вот этой комнаты, и оттуда попасть я мог в Black Market. Black Market. Really Nigga. Прям Black Market и Really Nigga. Вот, это такой, типа, баг, который... Все еще не пофиксили, который можно использовать. Но канает он не сразу. Иногда с первого раза получается сделать, иногда вообще не получается. Там все зависит от количества твоего ХП и от количества бомб у тебя. Если бы у меня еще было 6 где-нибудь бомб, я бы, наверное, попробовал еще раза 3. Оу. Но этого патча особый стелс режим. Ну да, ну да. Видишь багфиксы в Айзеке? Нет. А они есть. Эй. Хватит, игра. Я все понял. Я все понял и осознал. Мусор. Но что делать? На стик играешь или кнопками? Передвигаюсь стиком, стреляю кнопками. Просто стрелять стиком неудобно. Ходить наоборот. Очень удобно стиком ходить. Я вроде отвечал, нет? Или это не тебе?
Играя за Иуду, нужно будет идти в собор. Что лучше, брать Белую лошадку или оставить Белиал? Хрен знает. Я Белиал обычно оставляю ради дамага, но если дамаг есть и не хватает, например, скорости или полета там для чего-нибудь, то можно взять коняшку. Коняшка — это небольшой спидап. В зависимости от твоего комбо и в зависимости от твоих целей и возможностей. В принципе, если дэмэджа у тебя достаточно, нафига тебе еще Белиал? Но с другой стороны, дамага не бывает мало. Не знаю, по ситуации. Оп. Ненавижу маски. Просто ненавижу. Горите в аду, маски. Только маски шоу тащат. Все остальные маски сосут. Так, хайф. Давайте возьмем. Почему бы и нет? Не знаю, зачем он мне нужен пока что, но вдруг я возьму что-нибудь на мух. Дамага мало как раз бывает. А, ну да, дамага много не бывает, правда. Не, ну вообще вопрос, как бы, в твоем скилле. Сможешь ли ты с минимальным дамагом затащить? Можно и орбиталами запинать мобов. Так что это субъективно. Восемь часов энергии. Не нужно. Да, двойка червей мне не нужна точно. Блин, да что ж такое? Я уже ко всему готов был. Я думал, там мобы, там руны, еще что-то. Ни хрена. Это парадоксы и несправедливость этой игры. Когда тебе нужно здоровье, тебе обычно встречается какая-то хрень. Когда тебе нужно какое-то конкретное здоровье, тебе падает равно противоположное. Синее, когда у тебя красное. И полностью все забито. Хотя нет, ладно, херню сказал. Ну вы поняли. Вы поняли, что я херню сказал. Так что все нормально. У меня уже просто... А, он за разом заходит. Блин, скорости не хватает. Хейло! У кого нет бомб? У кого кончились бомбы две комнаты назад? Правильно, мать ваша, у меня. Господи Иисусе. Фу ты, блин, а. Ну что ты будешь делать? Это же надо. Хотя с таким комбо на мега-сатану это суицид. Но просто сам факт. Сам факт того, что у меня вот он, ангел, черт. Я знаю, как его прокать, но просто хотелось бы все в один заход сделать. Ну или в пару, но не в 20. Так, надо одну бомбу оставить. Да, я знаю, что умирать нельзя, иначе Лазарус будет. 99 бомб. Игра как бы говорит. Ха-ха, лошара. Микантара. О, блин, надо взять, конечно. Ну ладно. Игра как бы намекает. А-за-за, а-за-за-за, а-за-за. Вродина. Ну, конечно же. Сейчас все равно пролетает, блин. Куда деваться? Я еще не брал вот эту хрень для коллекции, так что я просто возьму для коллекции. Больше ни для чего. Синий камень, что? Еще один синий камень? Нет. А, да, спасибо. Ох, игра троллирует. Воистину.
Так, я к Якубовичу. Что значит музей закрыт? Зачем по голове? Для чего вам это бита? Hells down. Но это мне на руку сыграет сейчас. Hells down, это неплохо. Это мне вот сюда поможет зайти. А почему у меня монетки в глазах? Я же ничего такого не брал. А, это, наверное, у меня... Понятно. От той щели. Как бы это пошло не звучало. Но это у меня от той щели монетки в глазах. Pay to play, по-моему, она называется. Да, кстати, у кого стоит Reverse Item Tracker 0.8, скачайте 0.9 версию. Она не вылетает. Так, до гапи мне еще один айтем остался. У меня была лапка и у меня была башка. The Lovers. Мне бы руку где достать. Так, сюда, наверное, тоже зайдем. Хоть это и мелочь, но приятно. Так, я очень надеюсь на то, что я кота таки соберу. Блин, кто эту комнату придумал? А если у меня нет возможности снести их за один залп? Тогда что делать? Я не думаю, что там можно увернуться хоть как-нибудь успеть. В особенности за лоста. Не умею я пока ваншотить ее. Язык. Let's go. Один айтем до гапи, один айтем до боба. Кто будет быстрее? Никто! Ставлю на нихрена. Просто ты не учел, что это за игра такая. Это же Айзек. А или Б? Хрен. Смотрите, ап. Сколикс! Снова! Господи, да что ж ты сегодня, блин... Он меня преследует всю эту неделю. Я с ним и так расправлюсь. Мне еще уровень идти исследовать. Уж больно далеко до него пилить. Ну, где твоя задница? Вот она.
Оу-е! Последний шанс, ребята. You unlocked Forgotten Horseman. Блин. Перезайди Вайзека. Не поможет, я думаю, в этом случае. Надо было HP брать, кстати, на прошлом левеле. У меня аж пайро и 96 бомб. Это, блин, что поможет мне выжить, возможно. Оп. Так, ну, на хаша я опоздал. Хотя с таким дамагом. В общем-то, не горю желанием. А теперь представь, Никс выбивает с ангела целый ключ. Да. Не, вообще можно было, наверное, можно было выйти и войти в комнату. Если бы она не закрылась, я бы мог еще раз его убить, по идее. Вроде бы это даже до сих пор работает. Вроде бы. По крайней мере, я слышал о таком варианте. Да, блин, алчный, ты охренела что-то, господи. Что ты творишь? Тварина. Как много дэмэджа я принял за эти левелы. Так, блин. Я кого-то покалечу нахрен за эту комнату, потому что сверху нет шансов не получить урон вообще теперь. Прекрасно. Как можно было сломать то, что, блин, не было сломано? Но было нечестно просто. Нет, серьезно, они сломали эту комнату еще больше. Хотя, казалось бы, да? Куда больше. Но они это сделали. Мэджиш вашу, Макмиллан. Мэджиш вашу. Как? Как, мать твою? Ты такой урод, пацан. Собирал деньги, этот взял у меня все спер. Молодец, валю. Фу. Тварь. Надеюсь, не последняя катка. Привет. Не знаю. Не знаю. Но пока сегодня неплохо идем. Да уже, в принципе, пол... Как это сказать? Пол шестого. Господи. Русский речь. Вернись ко мне. 5,5 часов идет стрим. Я немножко подустал. Окей.
стримишь? А, да, я стримлю каждый день. С понедельника по пятницу. Не могу, правда, сказать, что будет завтра. Может быть, завтра будет Fallout, а не Isaac. Но Айзека сейчас много со стримов выходит на Ютубе. И будет еще больше. Так, ладно, мне не сюда. Пустят вообще сюда, нет? Хе, черт. Ну ладно, стоило попытаться. Было так много хп и так мало стало. Вау. Так, давайте лучше налево сходим. То место выглядит как тупик. Хорошо, Макмиллан, у меня есть еще одна претензия, еще по одной комнате. Потому что в той комнате, если ты будешь чуть больше, чем должен, тебе прилетит в голову. Если эта комната не появляется из-за размера персонажа, то с этим будут проблемы. Огромные-огромные проблемы. Да ёперный театр. Охренеть. Макмиллан, обоссы себе лицо, пожалуйста. Хотя нет, не делай этого. Наоборот, никогда не ссы себе на лицо, Макмиллан. А то, я знаю, извращенцам это нравится. Просто кошмар. Просто хренов кошмар. Я зашел, мне бам в рожу прилетело. Оббежал глаза, мне бам прилетело от прыща, который просто заспавнился рядом со мной. Класс. Просто шикарно. Всегда мечтал огребать. От нихрена. Блин. Пожалуйста, пофиксите Бримбро. Ибо задолбал. Фу. Бонстер, у меня сегодня была технология 10 плюс нож. И трипл шот. И нет. Технология 10 не перекрывает нож. Они работают вместе. Хочешь поговорить про эпичные комбо еще? Я сегодня видел свое самое эпичное комбо, например. Ну, не считая тех кос размером на весь экран, но это было как бы daily business. Типа это мы и так все видели, тем более, что косы огромные.
Но если я помру, я превращусь в Лазаруса. Что тоже неплохо для меня. За Лазаруса у меня тоже ни хрена не пройдено, по-моему. Надо посмотреть. Шеол! Технология 10 плюс ложка гнутая, плюс шелда терс, куча дамага, ты бессмертен. Ну то я вот с этим комбо сегодня, с ножом и технология 10, я взял все оставшиеся безуронки, которые были. Которые я думал, что возьму за лоста. Ну, потому что там геймплей предполагает. Нет, за лоста я сегодня не играл. Я за лоста буду играть, когда открою побольше артефактов. Чтобы играть было немножко полегче. Сегодня у нас забеги до Даркрума. Прям по харду. Так, желудок, тихо. Да, теперь у меня расчет только на карту Джокера. Тогда я, может быть, попаду к мегастане. Это если я, конечно, хп наберу. И камбуху. Если я не загнусь нахрен. До Даркрума хотя бы. Не говоря уже про сам Даркрум с его обитателями нынешними. Вау. Я бы, конечно, хотел пойти в комнату Якубовича, но, пожалуй, воздержусь. Эй! Слушайте, я бежал максимально быстро, окей? Эта хрень, блин, просто догоняет. Я не знаю. Вау. Либо это был тот глаз, от которого не убежать. А, нет, нет, ребята. Это не был тот глаз, от которого не убежать. Это был глаз, от которого надо было убить. Какого черта? Мне всегда казалось, что он какой-то неправильный. Вот эти вот ребята, ага. Собор без урона. Вот, кстати, знаешь, монстра жалко, что не добавили собор без урона, шаол без урона, что-нибудь еще без урона. Просто почему бы и нет? Что им мешало добавить еще одни без уронки? По-моему, собор без урона пройти гораздо проще, чем, например, сундук. Там такого разнообразия боссов нет. Хотя бы. Эй, вас. Агалас, эх, вас. Алджис, вот это берем. Фух. Якубович охотится и отхилится бомбами. Не, у меня просто на тот момент черное сердце было, и сейчас-то уже можно идти.
Вот, 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 это опять, опять такая херня произошла. Я зашел, и в меня выстрелили. Это все. Причем выстрел идет с середины комнаты, я проверял. То есть не от демоненка с крыльями, но как бы от него, но он не. Это не он стреляет. То есть это как бы его. Он срабатывает, но он не должен срабатывать, потому что комната еще не подгрузилась. Если не попалась эта секретка, 4 раза, и все 4 раза были эти же руны, которые у тебя. А они там примерно одни и те же и лежат. Приблизительно так. Мне бы сейчас ту коробочку, которая гасит монетками. Ну, классно. У меня денег много и мега сатана. И обычный сатана. Мне главное не склеить ласты на обычном сатане. Дальше как-нибудь уже можно будет прорваться. Так, белое сердце оставим. А, блин, я что нашел. Ну да, у меня же карта показывает полностью все. Все, привычка. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Оу! Да, вот, кстати, теперь опасно. Теперь опасно, никогда не стойте там, где сундук падает. Меня один раз так затянуло. Неприятно было. То есть он просто на меня упал, я чпок, и он залез в сундук. То, что анимацию добавили, это классно. Ну и спасибо, Макмиллан, за 3 хват. Сразу перейду с Basement 1 до Некрополиса. Да. Не, ну бывают полезные руны, но чаще всего, конечно, нет. Тут я согласен. Так, ну одного босса затащили, но дальше сложнее. Дальше уже не будет простых мобов, дальше будут только боссы. А у меня нет второй половинки ключа. И меня не телепортировало. Так что, ребята, шансов практически нет. Разве что мне сейчас что-то будет падать. Из мобов. Тогда да. Тогда, может быть, затащу. Рунный мешочек. Оу, е. А, черт. Ну, рунный мешочек. А что он может, в принципе? Если задуматься. Ничего. А, меня эти их шипы хилят, походу. Главное, им не рассказывайте, а то еще перестанут прыгать сверху. Да, блин, вы сдохнете сегодня или нет?
Меня вроде не хилит. Блин, три кейджа это просто жесть. Или кажется уже два, или кажется уже один. Ух! Так, сундук без урона. В общем-то, через 5 минут уже урон получить нереально. Эпик сит просто. В этом весь Айзек новый. Да вы издеваетесь. В этом весь реверс вообще. Ау. Что за безумный чувак делал это? Хвала небесам! Господи, я кота наконец-то! Боже! Смотрите, оп, и сразу в нихрена. Может быть, даже будет резон поискать папин ключик. Господи боже, как же я джибошу. Слава, блин, богу, я дотянул до сюда. Я шел не зря. Я шел не зря, Бадхёрт еще быть может. Или не может, здесь он быть. И в завтрашний смотреть он день. Сейчас. Эх, вас, да, га, да. Давайте еще один. Окей. Так, здесь, по крайней мере, GG. А теперь я хочу папин ключ. Отдайте мне ключ. А, да, я же секретки открыл. Все. Можно не искать, по крайней мере, в секретках. Ох. Или мне нужен либо папин ключ, либо что-то там escape карта. По-моему, она то же самое делает, только одноразовый эффект. Блин, как же кот тащит. Я как знал, вот хорошо, что я взял сейчас хайв. Или хайв майнд, как он там называется. Просто слава богу, блин. Класс. Как же много мух. И как же они карают. Forgive me now, кстати, тоже у меня отказался, но, по-моему, она закрыта у меня. И... Я, кажется, в Боба трансформировался, но этого не видно. Я не знаю, если честно. Узкая комната здесь. Да вы издеваетесь. А куда там деваться-то, если что? Вверх на бугурцев взлететь? Доступненько. Доступненько.
Ну что же, ребята, GG, Самсон, Даркрум. К сожалению, еще Прыщ не забит, Мега Сатана не забит, и еще что-то у него не забито, не помню. Но GG. Oh yeah.